В репертуаре Чувашского государственного академического драматического театра премьера. Завтра состоится спектакль «Моя звезда на небе» по пьесе чувашского драматурга Николая Терентьева. Это новое прочтение известного произведения. В чем отличие нынешней постановки, узнавала наша съемочная группа. Ферма. Место действия меняется словно в калейдоскопе. Персонажи оказываются в разных ситуациях. Это и конфликт интересов, и физическое противостояние, и душевные муки. Анну Кудряшову играет звезду легкой атлетики Ингу Ласточкину, в которую влюбился главный герой Илья. Как я готовилась к этой роли? У нас в сентябре была спартакиада. Я участвовала там. Это, конечно, очень мне помогло, потому что как раз вот вся эта атмосфера, я как раз бежала, эстафету передавала, выбежала первой. В настоящее время мало интересных пьес, отмечает постановщик спектакля Наталья Сергеева. Поэтому, берясь за классику, важно понимать, что время сейчас другое, а вот ценности остались прежними. О чем пьеса? О любви. Только мелодрама, очень легкая мелодрама о любви, о семейных ценностях, что в жизни главное. Главнее семья или легкий заработок, разгульная жизнь, ради чего мы живем. Вот об этом пьеса. Николай Терентьев – талантливый писатель и драматург. Многие пьесы вошли в Золотой театральный фонд республики. На сцене драмтеатра «Моя звезда на небе» – вторая постановка по пьесе мастера. Первая «Потерявшая сон» была тепло принята чувашским зрителям. Те пьесы, которые сейчас идут на нашей сцене в этом году, вновь поставлены, они очень современные, то есть не устарели и по теме, и по взаимоотношениям, потому что Терентьев, он все-таки пытается изучать, не только изучать и рассматривать, что происходит между людьми, какие коллизии, какие конфликты, какие события, как люди проявляют себя. Увидеть свою звезду на небе сможет любой желающий. Спектакль войдет в репертуар этого театрального сезона. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев. Республика.